Добрый вечер, друзья! Я вас всех приветствую. Поставьте в чате плюсики, как меня слышно. Дайте обратную связь. Как меня слышно? Если вы видите слайды, поставьте единичку. Если видите слайды, поставьте единичку. И мы можем начинать. Есть, да? Отлично. Давайте знакомиться. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из лидеров проекта «Карьера онлайн». Я интернет-предприниматель. Индивидуальный предприниматель, конечно. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как заработать деньги в интернет-проекте. Я вам расскажу самую суть этого бизнеса, потому что есть такое правило. Если вы идею поймете, то значит у вас все и все получится. И прежде чем начать, хочу с вами обговорить правила. Я постараюсь уложиться минут в 40. Прошу вас давать обратную связь. То есть пишите в чате вопросы. Если я что-то спрашиваю, отвечайте. Договорились? Так получится у нас гораздо все быстрее. И предлагаю немножечко с вами познакомиться. Напишите, пожалуйста, зачем вы пришли на презентацию или в проект уже пришли? Какая ваша цель? Что вы хотите на самом деле? И сколько стоит ваше желание? Или вы просто хотите зарабатывать определенную сумму денег? То есть, как показывает мир, мировая история, то люди, в принципе, мечтают. Все люди мечтают, и каждая мечта стоит определенных денег. Чем больше у человека мечта, тем больше она стоит. Меня вот проект привела мечта, это же желание купить свое жилье. Ребята, это настолько было сильное, мощное желание, чтобы вот перестать жить на съемных квартирах. И оно осуществилось. Вот мне потребовалось год работы, чтобы купить свою квартиру. Я этим очень горжусь, потому что я считаю, что это показательное достижение. Потому что до этого я работала очень много лет на разных работах, и при этом я не смогла себе приобрести не то что жилье, а даже просто элементарные вещи. Я ни разу не была на море, пока не стала работать в этом проекте. Ребят, поделитесь, пожалуйста, что вас привело? Если вы писать в чате не будете, я подумаю, что вас нет. Я сама с собой разговариваю. Сколько вы хотите зарабатывать? Какая ваша цель? Если она есть, конечно. Алло, меня слышно? Поставьте плюсики в чате. Так, есть, пошли, наконец-то отклики. Спасибо огромное. То есть есть конкретная мечта, свое жилье, заработок 50-100 тысяч, машина и красивая жизнь, классно. Путешествие 50 тысяч в месяц и покупка жилья, машина мужа. Ну, почему мужу? Себе, в семью машина. Больше 100 тысяч. Просто стабильный доход. А сколько стабильный доход? Можно устроиться на работу и иметь стабильный доход 1015-20. Почему именно вот наш проект заинтересовал? Потому что в наш проект не приходят люди просто так. Я сейчас вам расскажу информацию, которая расположена на этом слайде более подробно. И вы поймете. Дело в том, что смотрите, ребят, я когда стала изучать бизнес, тем более сетевой бизнес. И я поняла такие вещи, которые раньше мне казались нормальными. Я поняла, насколько это все странно, что людям кажется это нормальным. Вот смотрите, все люди работают в одном из четырех секторов. И у этих секторов две половины, правая и левая. И вот в левой половине работают люди рабочие, то есть это устроиться на работу, работа по найму. Либо открыть свой маленький бизнес. То есть что это имеется в виду? Там, парикмахерскую открыть на дому, чтобы домой клиенты приходили, даже без налогов. Потаксовать, маникюр-педикюр делать, массаж, шить что-то. То есть все, что человек может сделать своими руками, это находится вот в секторе М. Или просто элементарно устроиться на работу и ходить с 8 утра до 5 вечера или, может быть, больше, и зарабатывать столько, сколько вам даст начальник. Согласны, да, ребят? И вот вы понимаете, что в этой половине, вот, где рабочий, там очень стабильно все. Там стабильно и безопасно. То есть там вас как бы можно ничего не делать, в принципе, создавать видимость работы. Пришел на работу, отсидел, все равно в конце месяца получишь свою зарплату. Правильно? Здесь нет ответственности, да, есть больничный, есть отпуск иногда, он, может быть, даже совпадет с мужем. Вот, это такие волшебные сектора. И самое интересное, что здесь находится 90% всех людей. И всего лишь 10% всех денег. Как вам такая вот статистика? Правая половина, давайте здесь заглянем немножечко, это бизнесмены и инвесторы.
Бизнесмены – это люди, которые уже организовали крупный бизнес, то есть крупную сеть парикмахерских, ресторанов, автозаправок. То есть здесь вот в бизнесе ключевое слово – сеть. Потому что только сети могут приносить большой доход. Что в этом бизнесе, в секторе, какая сложность? Здесь нужны связи, колоссальные связи и капиталовложения. То есть нет денег, вы бизнес не откроете. Как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы открыть свой бизнес? Я даже предположить не могу, потому что элементарно открыть какой-то маленький ларечек поставить, я уж не говорю о сети ларьков, стоит огромных денег. Там одна аренда примерно выходит 50 тысяч в месяц, и ее нужно платить независимо от того, будет у вас товар продаваться или не будет. Так вот, и есть еще сектор инвесторы. То есть это люди, которые какое-то время повкалывали, создали что-то ценное, и потом они могут не работать, они могут жить на пассивный доход, который просто поступает на карточку. Ребят, скажите, пожалуйста, в каком вы сейчас секторе находитесь? Где вы себя увидели? Поставьте вот 1, 2, 3 или буковками R, M, B, I. И вот правая половина, чем она отличается от левой? Здесь всего лишь 10% людей. И 90% всех денег. Вы можете себе представить просто? В М-ке, да, пробуете что-то свое, отлично. Это очень хорошо, что есть опыт. В М-ке какая сложность есть? Что здесь, если ты не вышел, ну, не сделал, там машина сломалась, если ты таксист, денег нет. Там, если ты парикмахерша, пальчик порезала, стричь не можешь, денег нет. Массажистка сломала руку, там обрезалась, все, денег нет и так далее. То есть здесь человек полностью, в принципе, вот эти сектора R и M, они почему одинаковые? Потому что пока человек работает, он получает. Он останавливается, все, денег нет, согласны? И все, здесь все просто и понятно. Бизнесмен, да, у него огромная нагрузка, огромная ответственность, но он может стать инвестором в конце концов. Так вот, я вам могу сказать, что бизнес бывает двух видов. Один вид бизнеса – это где нужно вкладываться, огромные деньги, есть риски. Есть второй вид бизнеса – это сетевой маркетинг, которую можно построить, то есть готовая бизнес-система, вы в нее просто включаетесь, в готовую бизнес-систему. Это партнерство. Понимаете? То есть, когда есть партнерство, то есть взаимовыгодные условия. И я вам привела вот такой маленький пример, чтобы вы почувствовали разницу. Ребят, у меня к вам вопрос. Напишите, в каком городе вы живете и сколько у вас сейчас зарплата, то есть сколько вы сейчас зарабатываете. Я скажу, что я живу в городе Саратов, моя зарплата, конечно, намного больше, чем у людей, которые ходят на работу. Но я знаю, что средняя зарплата в нашем городе – это 15 тысяч всего-навсего. А сейчас в связи с кризисом и очень таким огромным ростом доллара и евро просто произошла такая катастрофа, идет жуткое сокращение везде, в полиции, на железной дороге. То есть везде, где у меня есть друзья, они сейчас сидят в страхе. Банки закрываются, то есть просто государство отзывает лицензии у банков один за другим. То есть творится что-то ужасное. Смотрите, Энгельс, мало. Сколько? Ну, примерно как в Саратове, мы же земляки. 15 тысяч средняя зарплата. Теперь, ребят, обратите внимание на этот слайд. Что происходит? Человек работает 40 лет, правильно? Ни больше, ни меньше. Сколько зарплата средняя? Примерно 10-20 тысяч. Я сделала на два примера. Кто-то побольше получает, кто-то поменьше. Ребят, 40 лет. 40 лет до пенсии. Сколько за всю жизнь человек зарабатывает? 4 миллиона 800 рублей. 9 миллионов 600. Кто-то говорил про свою квартиру, то есть мечтает квартиру, машину. Ребят, сколько это стоит все? Сколько это стоит? Квартира, хорошая квартира на семью, двух-трехкомнатная, не меньше, стоит примерно 5 миллионов у нас в Саратове. Ребят, то есть за всю жизнь, за 40 лет. А здесь все, здесь питание, одежда, коммуналка, все нужно оплатить из этих денег. И порой человек живет от зарплаты до зарплаты, еще и ходит, занимает. Но самое страшное не это. Самое страшное, посмотрите, люди никогда не считают, что за весь год они зарабатывают всего 240 тысяч за целый год работы. И самое интересное, когда я посчитала, сколько лет мне нужно откладывать деньги и в каком году я себе куплю квартиру хотя бы однокомнатную,
хотя бы однокомнатную. Я поняла, что я смогу, как бы говорится, отказывая себе во всем, в 90 лет только купить однокомнатную плохенькую квартирку. Вот так, ребят, это реальность жизни. Как люди покупают сейчас жилье и машины? Да все в кредиты. Подойдите к любому джипу крутому и спросите, ты за свои деньги купил или в кредит? И я вам скажу, что один из, наверное, 30 человек скажет, что он на свои заработанные купил. А в основном все берут кредиты. Потому что это единственный выход. Потому и цены растут постоянно. А самое ужасное, что в конце жизни вы все равно придете в этот сектор 3D. Доедать, донашивать, доживать. И вот вам для сравнения такая информация. Запомнили этот слайд? В год 240 тысяч. Это если человек зарабатывает 9 миллионов 600 за 20 тысяч в месяц. Смотрите следующую информацию. Сколько можно зарабатывать в нашем проекте? Если хорошо потрудиться полгода, то вы выходите на уровень старший менеджер, и ваш доход в месяц составляет уже 27 500. Ребят, начнете все с нуля. У нас нет зарплаты, у нас нет окладов. Но если вы будете все делать, что мы говорим, настроите свою систему работы, то вы будете в месяц получать 27 500 примерно, может даже побольше. За год это уже 330, уже повеселее, согласны? Растем дальше, помогаем развиваться людям, которых вы приглашаете. Следующий уровень 33 300, 400 за год. И вы видите, как увеличивается доход человека, который просто делает обычные простые действия в интернете, при этом затрачивая 3-4 часа в день. Как вам эта информация? Цепляет? Смотрите, дважды бриллиантовый директор зарабатывает за год 4 миллиона 500, а рабочий, который ходит каждый день на работу, за 40 лет зарабатывает 4 800. Вот и подумайте, стоит ли попробовать свои силы в нашем проекте или не стоит. А дальше еще интереснее, то есть нету границ по доходам. Если вы такой человек смекалистый, адекватный, готов, трудолюбивый, я так скажу, потому что здесь мешок с деньгами на голову не свалится, работать нужно. Я вам сегодня расскажу, какой выход есть и как это все можно будет сделать. И самое интересное еще, помимо денег, ребята, многие в наш бизнес приходят не за деньгами, а приходят за тем, чтобы получить признание, получать удовольствие, общаться с позитивными, успешными людьми. И вот здесь есть несколько фотографий, это с наших банкетов, директоров и с поездок за границу. То есть еще как премия дополнительная. Есть бесплатные путешествия и праздники. Праздники, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса и являются победителями вот всех конкурсов мировых. Такие вот мероприятие устраивает компания, что просто равных нету, просто нет равных. Самое интересное, что мы не пили, мы просто держали фужеры. Мы спиртное вообще не употребляем, мы просто для фотографии взяли, позировали с фужерами. То есть это шикарные, снимается просто потрясающий гостиный двор, олимпийский, банкеты директоров таким образом проходят. Очень классно. Заграничные конференции. Вот знаете, я единственное, что оплатила, это поездку до Москвы. Я села в Саратове в поезд, в Москве вышла, все, встретили, посадили в самолет, летели в Швецию, залетали в Швейцарию, потом вернули через неделю в Москву. Ребят, все было оплачено, абсолютно все, каждый шаг. То есть мы везде ездили по всему Стокгольму бесплатно. У нас были специальные бейджи, вот у меня, видите, на слайде, вот здесь вот бейдж висит. Мы его даже не показывали, просто видели у нас на груди такой бейдж, и нас везде пропускали. Ой, в Швеции шикарно, я так хочу туда вернуться, потому что это мало, 7 дней для такой страны, конечно, очень мало. То есть вы видите, здесь такие вот классные застолья идут, конференции, праздники, концерты, самые лучшие звезды эстрады приглашаются, чтобы побаловать лидеров, успешных людей, то есть те люди, которые идут к успеху, и у них получается. И сейчас мы с вами обсудим такие моменты. Все-таки смысл бизнеса, откуда деньги-то? Самый главный вопрос, многие люди не понимают, ну как это может быть, что ну непонятно, за что платят? Что нужно делать, кто вам поможет во всем и какой результат у вас получится? Итак, первое, самое, наверное, классное, если вам это нравится, ставьте в чате смайлики. Мы работаем только в интернете.
Ребят, только в интернете. Вот сейчас мороз на улице 20 градусов. Выходить на улицу неохота. Ехать рано утром. Мерзнуть стоять. Никакого желания. Просыпаетесь утром, наливаете чашечку кофе, и рабочее место у вас прямо здесь. Где вы его обоснуете, там оно и будет. Или жара на улице, что не хочется даже выходить. Вы можете уехать куда хотите, переехать, поселиться в другой стране. Главное, чтобы у вас был доступ к интернету. Все, это единственное условие. Какое-то устройство, компьютер, нетбук, планшетник, телефон. Главное, чтобы был интернет подключен. Работайте в свое удовольствие. Мы вот ровно год назад жили в Таиланде. Прям тоже хочется вернуться. 2 недели. Ну, там чуть побольше. Ребята, это такое счастье. Взяли с собой маленький компьютер и просто работали около бассейна, в кафе ходили, гуляли, включили везде Wi-Fi. Включили, посмотрели, созвонились по скайпу с кем надо. То есть управлять своим бизнесом можно просто вот кнопочками. Вот этот плюс огромный. Смотрите, в интернете просто так нельзя работать. Вот если вы сядете перед компьютером и скажете, я решил зарабатывать в интернете. Ребят, ничего из этого не выйдет. Нужно четко знать, что делать. Вот эту вот систему пошаговых действий. Мы ее даем в комплексе. То есть она завершенная. Вам ничего не нужно будет додумывать. Просто берите уроки, изучайте их, настраивайте у себя все. Мы вам дарим сайт в подарок. Учим делать блок-воронку, формочку подписную, чтобы люди заявки вам присылали. Даем вам все шаблончики, переписок. Вы знаете, особого ума не надо. И у нас дети работают. У нас есть девочки, им по 13 лет, они работают, строят бизнес. И есть бабушки, которым под 60, и они тоже работают и строят бизнес. Поэтому, ребят, ну, нет границ ни возрастных, ни половых, ни национальных. Вы видите, у нас разные страны присутствуют в комнате, то есть весь мир у наших ног. И, конечно же, отличная система обучения и поддержки. Это наш конек, мы этим очень гордимся. Потому что результаты говорят сами за себя. У нас вот за год 2014 в нашем проекте выросло 5 старших менеджеров. То есть люди вышли на доход, вот как мы озвучивали, 300 тысяч в год. Бабушка? Ну хорошо. Что нужно вам конкретно делать? Первое. Проходите стажировку обучения, все бесплатно. Настраивайте систему работы. И действуйте минимум 2 часа в день. Ребят, сколько в интернете можете проводить времени без ущерба для другой работы или если вы в декрете там для ребенка? 2, 3, 4 часа. Можете больше, ради бога, это ваш выбор. И главное, что быстрее получится. На дворе информационный век, нужно идти в ногу со временем. И вот есть такая статистика, что особенно россияне все больше и больше процент увеличивается, переходит в интернет. Что там можно делать в интернете? Да все, ребят, даже замуж можно выйти. И у меня к вам вопрос. Вы сами вот пользовались когда-нибудь услугами интернета, что-то оплачивали, может быть, покупали? Поделитесь, что вас привлекает в интернете? Мы, например, вообще все делаем. Коммуналку в интернете платим, все покупаем в интернете. Перечисляем деньги, оплачиваем все, покупаем билеты. То есть мы же забыли, когда в очередях стояли. Вот сделали дочке загранпаспорт недавно через интернет. Супер, да? То есть это очень удобно, это прогрессивно. И сейчас так и говорят, если... Надя, молодчина. Да, у нас есть люди, которые замуж вышли. Прямо у меня вот мои знакомые вышли замуж, познакомились в интернете. Прекрасно. Живут, отличные семьи организовали. То есть все можно делать в интернете. Главное, что если вы понимаете суть, то вы на этом можете заработать. А суть такая, очень много интернет-магазинов. Их называют онлайн-магазины. Люди в них заходят, делают покупки, покупают учебники. Вот мой любимый Озон, мы там все к школе берем. А в eBay одежда там, да, тут везде что-то можно купить. А самое интересное, у меня такой вопрос. Скажите, когда вы делаете покупки через интернет, вам за это кто-то платит? Вот вам позвонили, допустим, с Озона и говорят, слушайте, вы у нас покупаете, друзей к нам прислали, мы вам хотим заплатить 100 тысяч.
Нет, да, точно такой же магазин, как и обычно. То есть мы платим. Вот. А у нас с вами будет другой интернет-магазин. То есть за то, что мы туда приглашаем людей, то есть создаем поток покупателей, нам за это будут платить деньги. То есть таким образом будет организовываться товарооборот. Я сейчас вам подробненько прям расскажу, как это все делается. То есть мы сидим дома и организуем товарооборот, не выходя из дома. Потому что часто людей пугает такое, как стереотип, может быть, предрассудок, что нужно заниматься продажами, и это вызывает страхи. Есть у кого-нибудь такое? Первый вопрос, который обычно люди задают, а продавать нужно будет? Есть такой какой-нибудь? Поставьте плюсик, там, восклицательный знак. Нет, никогда. У меня был комплекс, я стеснялась очень сильно этого. Ни у кого нету, да? Никто не поставил. А, было, да, плюсики, восклицательные знаки. Ребят, это нормально. Люди так думают, потому что это привычно. Привычно, я вам объясню почему. Смотрите, компания-производитель, с которой мы сотрудничаем, дает нам два глобальных международных сайта. И самое главное, что она уже все организовала. Все, логистику, то есть бухгалтерию, доставку, ответственность за продукт мы с вами не несем, все делает компания. То есть она сама ведет финансовые расчеты с покупателями, сама доставкой занимается. Если покупателя что-то не устраивает, компания сама разруливает все эти вещи. И еще и стимулирует покупателей покупать. То есть, чтобы они брали продукцию для себя и для своей семьи, акциями разными, подарками, бонусы, поездки, то есть столько всего интересного, ну, устоять очень сложно. А почему мы выбрали Oriflame Cosmetics? Ребят, первое, шведская компания. Товар самый нужный. То есть, что человек делает утром, когда встает? Идет в ванную, чистит зубы, умывается, независимо, сколько ему лет и какого он пола, правильно? То есть, люди в социуме, они моются. Вечером они опять идут в ванную, чистят зубы, все смывают. И самое главное, что этот продукт, он быстро заканчивается. То есть он всегда нужен. Человек каждый месяц бегает в магазин и что-то покупает. То шампунь, то гель, то мыло. Мы предлагаем покупать это в интернет-магазине. То есть не бегать в Рубльбум, брать там продукцию непонятного качества, а брать у себя качественную, хорошую шведскую продукцию. И вот факты самые яркие. То есть эта компания работает по всему миру. 62 страны обожают фирму Oriflame. 47 лет на рынке. То есть компания взрослая, компания уверенная, компания завоевала сердца людей и такую репутацию мощную. То есть ее не нужно рекламировать и уговаривать, что Oriflame хороший. И так люди все знают, что он хороший. Если только они не пробовали, то не знают. Надо сделать так, чтобы попробовали. Бренд раскрученный, товары нужные. Огромный товарооборот у компании, то есть она соревнуется. Единственная компания, которая конкурент, это L'Oréal. То есть это единственная компания, которая вот, ну, то туда, то сюда идет. То они чуть-чуть опережают, то мы чуть-чуть. Постоянно идет такая вот соревновательная игра. И это здорово, что есть соревнования, потому что есть на кого ориентироваться. И самое главное, ребята, у нас официальный доход. То есть мы получаем белую зарплату. Потому что люди могут сказать, я получаю там 100 тысяч. Нет, конечно, Amway не конкурент, ребят. Конкурент L'Oréal. Все. Потом Avon идет на третьем месте. То есть это вот самые такие мощные компании. Официальный доход, вот это важная часть нашей встречи, потому что вы должны понимать, что вы будете официально трудоустроены. С определенного уровня мы открываем ИП, и получаем деньги на карточку и отчитываемся в налоговую раз в год. То есть вы сможете с этой зарплаты взять любую ипотеку. Если вам нужен будет кредит, вам дадут кредит. Понимаете? То есть это официальный белый легальный доход. И как я уже сказала, что здорово, что у нас с вами не только один ваш город или ваша деревня, где вы живете, а вообще весь мир у ваших ног. И есть очень много людей, может быть, даже в нашем проекте, поставьте, если у вас такая ситуация, которые живут в тяжелых условиях, то есть это деревня, где нет работы,
просто нет работы. Или люди, у которых много детишек, они не могут просто ходить на работу, потому что, ну, некуда детей деть. Или их просто не берут, потому что, как узнают, что трое детей, говорят, нет, 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 это вы из больничных не будете вылазить. И просто человек не может устроиться на работу. Если у вас такая ситуация, напишите в чате. Так вот, благодаря нашей системе дистанционного обучения и управления бизнесом работать может в проекте вообще любой человек, неважно, где он живет. И это тоже огромный плюс, то, что мы можем предоставить людям вот такую конкурентную возможность. И с одним ребенком, если он маленький, то понятно, что он будет болеть постоянно. Сейчас мы с вами поговорим про деньги. Как же зарабатывать и откуда берутся деньги, из чего складывается товарооборот, из чего складывается зарплата. И тут очень простой пример, что если вот 1000 человек будут покупать в вашем интернет-магазине продукцию на 1 000 000 рублей, то ваш доход составит примерно 100 тысяч. При этом у вас будет индивидуальное предпринимательство, 17 зарплат в году, стаж, пенсионное отчисление, все легально. Об этом я уже немножечко говорила выше. И сейчас я вам объясню, откуда берутся деньги у компании для того, чтобы платить такие огромные суммы, просто огромные, я хотела бы сказать, откуда они берутся. И вот здесь на слайде очень хорошо показана схема движения товара. Два примера. Один пример – это обычная схема движения товара, то есть от производителя в магазин. То есть товар проходит очень-очень большой путь. То есть здесь идет все. Крупный оптовик сначала закупает у производителя продукцию, потом у него разбирают мелкие оптовики, он оплачивает аренду склада, транспортировку, грузчиков, то есть все-все-все оплачивают вот эти оптовики. Далее нужно дать рекламу, чтобы двигать свой магазин, да, продвигать товар, чтобы пришли люди. Далее транспортно-накладные расходы, склады, магазины, зарплата. Зарплата всем людям, которых нанял предприниматель, он должен им заплатить деньги в конце месяца. Неважно, продаст он или не продаст, то есть он должен заплатить. И налоги, 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 то есть предприниматели доят как липку просто. У нас такие условия для людей, которые свой бизнес пытаются организовать, очень сложные. Вот кто-то писал, что свой бизнес, по-моему, Вадим. Если вы сталкивались с налоговой, то вы представляете, каково оно, это все. С этими отчетами, с наемными сотрудниками. Так вот, смотрите, когда производитель произвел продукцию, ну, давайте на примере шампуня. Вот сколько стоит у производителя шампунчик? Хороший, ну, рублей 50, да, там 30-50 рублей. Если в подполье делают, то обходится производство шампуня примерно 10 рублей. Это вместе с баночкой. Потому что они туда наливают самые дешевые продукты. То есть это соль разводит, она прекрасно отмывает волосы. Отдушку, которая стоит копейки, краситель. Самое дорогостоящее – это сделать баночку красивую пластиковую и наклейку приклеить. Это говорю не понаслышке, у меня подруга работала бухгалтером в подпольном производстве шампуней. И она мне все подробно расписала, что добавляют туда, как это все делается, какую воду используют, как там все это технически красиво в кавычках, то есть там о санитарии речи вообще не идет. Так вот, дилер возьмет там, где ему выгоднее, то есть возьмет там, где подешевле, поэтому он зачастую берет подделки в магазин, то есть их не отличишь от оригиналов. Но стоят они для него намного дешевле, соответственно, он сможет больше заработать. Эту информацию все понимают? Так вот, вот здесь вот все проценты накручиваются к стоимости товара. И если от производителя товар вышел за 30 рублей, то до потребителя он зайдет в лучшем случае за 200. Кто заплатит за все вот эти расходы? Кто платит, ребят? Потребители, правильно? Мы с вами приходим в магазин, покупаем шампуни, хлеб, колбасу. Не в основном, а мы платим. Ребят, все накрутки заложены в стоимость товара. Просто вы подходите к прилавку, смотрите, стоит шампунь за 100 рублей, за 200, за 300. Открываете кошелек, так, сегодня могу за 100 взять, пока денег нет. Взяли за 100, пошли дальше. Вы не задумываетесь, вы не спорите и не торгуетесь. Поставили цену, берем. Выбираем, как говорится, из двух зол выбираем меньше. Есть деньги, взяли подороже.
У кого вообще много денег, пошли в салон какой-нибудь элитный купили. Хотя и в салонах тоже, в шикарных магазинах тоже можно нарваться на подделку. Так вот, потребитель за все платит. Мы расплачиваемся с вами за все. А теперь посмотрите прямая схема движения товара. То есть это сетевой маркетинг. Как он предлагает свою схему? То есть производитель произвел продукцию, добавил процент и отдал дистрибьютору. Дистрибьютор что хочет с товаром, то и делает. Хочет сам голову моет, а хочет подружке отдаст. То есть создаст себе небольшую сеть потребителей. Или просто родственников подключает, чтобы они тоже заказывали в его интернет-магазине, потому что это выгодно, потому что будет увеличиваться товарооборот. И зачем наши друзья пойдут в магазин, если они могут взять у нас более качественный товар и зато по классной цене? Согласны? Так вот, компания отдает нам продукцию по хорошей цене и позволяет нам быть партнерами в этом крупном бизнесе. То есть она предлагает участвовать в организации товарооборота. И сейчас мы с вами поговорим именно об этом. Как же участвовать в создании товарооборота? Компания говорит, я вам отдам этот процент, который тратит обычный там, предприниматель, тратит на все вот эти расходы, я лучше отдам вам. Потому что, ребята, испокон веков идет такое, что сарафанное радио работает лучше намного, чем реклама. Согласны? Кто с этим сталкивался? Сарафанное радио работает лучше. Особенно если человеку что-то нравится, он расскажет всем своим знакомым. И давайте перейдем к подсчету денег. Ребят, на какую сумму денег вы вот тратите ежемесячно на такие средства, как средства гигиены, косметика, парфюмерия, витамины, аксессуары? То есть, ну, вот примерный список мы написали. Конечно, не все считают, сколько тратят, но вот примерно, если вы посмотрите, здесь даже нет косметики и парфюма. Обратите внимание, здесь самые-самые элементарные вещи. Я вот скажу по своей семье. Дочке 15 лет. Естественно, у нас не разный тип волос, разный тип кожи. Мы берем все разное. У нас у каждого свой набор. У мужа, соответственно, свой набор. На 1000, да, у нас вот средний расчет получился 510 рублей на человека. Может быть, чуть даже поменьше. То есть, если волосики коротенькие, то шампунь на 3 месяца хватит. Ну, человек может что-то другое возьмет. То есть, примерно 510. А если в семье много людей, то будет еще больше. Смотрите, примерно, да, если на 500 рублей взяли, сэкономили 18% экономия с любого заказа. Ребят, нет обязательных закупок. Вы можете взять на 100 рублей, сэкономите все равно 18%. Вы возьмете на 10 тысяч, все равно 18%. Чем мне нравится, здесь нет такого ограничения, как в некоторых компаниях, что там зависит скидка от суммы заказа. То есть, если заказ маленький, скидка маленькая. Заказ побольше, скидка увеличивается. Здесь у всех одинаково. И неважно, вы 5 лет работаете в проекте или вы только пришли сегодня. Одинаковые для всех, равные условия. Если вы берете, там у вас семья, 3 человека, вы берете на каждого по 1000, то вы сэкономите 540 рублей. А как говорит один мой богатый знакомый, что сэкономленные деньги – это тоже заработанные, потому что они дома остаются, в вашей семье. Правильно? Вот первое, мы становимся VIP-клиентами такими, со скидками. Первый шаг – вы принимаете решение стать партнером и попробовать нашу систему. Ее можно протестировать, 2-3 месяца поработать, посмотреть. Понравится – супер, не понравится – держать никто не будет, ребят. Я вам честно говорю, это не обязаловка, просто отнеситесь к этому серьезно, все-таки это ваша жизнь. Итак, вы новый партнер, мы вам оформляем вот такой персональный кабинет на сайте компании-партнера. То есть это делает только тот, кто вас пригласил. Вы дадите свои данные человеку, он вас регистрирует, чтобы вы попали именно в нашу команду. Вы активируете свой кабинет, и здесь вы можете делать все. Вы можете здесь регистрировать людей других, размещать заказы. Вы здесь будете видеть вот все новости. Вот в этом разделе «Мой бизнес» все бухгалтерские отчеты. Сколько у вас денег, сколько людей в команде, сколько они купили продукции, кто кого пригласил. Здесь все отражается в режиме онлайн.
И здесь есть все, и поддержка продаж, разные фишки, и обучение от компании, которая предлагает. То есть у вас будет такой личный кабинетик, очень даже симпатичный. Далее, мы вам даем доступ к нашему обучающему командному сайту. И здесь есть много разделов. Для гостей он доступен всем. Для новичка вы получаете пароль от этого раздела только после регистрации. А что в этом разделе? Вы начинаете проходить пошагово странички, и одна страничка будет подписка на школу предпринимателя. То есть вы вносите свои данные, имя, электронную почту, нажимаете «Начать обучение сейчас» и обязательно загляните в папку «Спам». Часто туда письмо улетает. Активируйте подписку, и вам начнет приходить по одному уроку. Пока вы его не выполните, второй не получите. Всего 9 уроков. И за эти вот 9 уроков вы поймете всю систему. Всю, то есть полностью от А до Я. Дальше, что вы начинаете делать? Вы начинаете пользоваться продукцией сами и приглашаете партнеров в свою команду. Я привела пример, такой хороший пример, чтобы было понятно, как начисляются деньги. И вот вы видите, вот представьте, что это вы на слайде. Вы сами разместили заказ на 5500 и пригласили 2 человека, свою команду, которые тоже хотят зарабатывать и тоже сделали заказы по 5500. Организованный товарооборот получается втроем 16500 рублей. И ваш доход составит 700 рублей. Смотрите, вы ничего не продаете, пользуетесь сами. То есть это небольшая сумма, взять себе немножечко и кому-то из своих близких показать или электронный каталог, или бумажный. И то же самое делает каждый участник проекта. Организуется товарооборот, вы уже, как организатор, получаете деньги за то, что вы продвинули информацию. Смотрите, да, нет продаж, нет беготни, нет ответственности, не надо ничего закупать, продавать. Люди сами оформляют такой же личный кабинет, то есть вы им оформляете. Они сами проходят обучение и сами начинают все делать. Вы даже знать не будете, что они купили, пока у вас не отразится это в личном кабинете. Это понятно? Ставьте плюсики, будем дальше двигаться. Мы продолжаем развиваться. Смотрите, ваши 2 знакомых, которых вы пригласили, это или это люди с интернета, они тоже приглашают по 2 человека. Смотрите, каждый тоже делает по 5500. Складываем 7 человек по 5500, уже товарооборот 38500. А вы опять делаете то же самое, вы просто взяли себе немножко и своим близким. А люди делают то же самое. Ваш доход составит уже примерно 1500 рублей. Это тоже понятно, да? Двигаемся дальше. Я хочу показать вам, как быстро растет команда и как быстро увеличивается товарооборот, если делать все правильно. Опять та же самая картинка. Вы, ваши партнеры, у них 2 партнера, и их 2 партнера приглашают по 2 активных партнера. И каждый делает такой же заказ. В результате что получается? 15 человек организовали товарооборот уже почти 100 тысяч. Один бы вы когда-нибудь столько сделали? Нет, конечно. Вы смотрите, да, как говорится, мало-помалу, а дело-то идет, уже 82 500 рублей товарооборот. Ваш доход составит пока 4 000 рублей, потому что эти же люди тоже получают деньги за то, что они делают. Каждый получает в зависимости от того, какой он организовал товарооборот. Если это понятно, восклицательные знаки поставьте. Так, чуть-чуть слайд съехал, но все равно видно. Смотрите, следующий раз ваши вот партнеры, вот эти, тоже находят по 2 активных партнера, которые делают по 5500. В результате сумма заказов составляет 170 500 рублей. Ребята, вы делаете все то же самое. Ничего не меняется, что вы в первый месяц делали, что вы второй. Тут, конечно, побольше ответственности, да, общения. То есть вы учитесь, как помогать своим менеджерам. Вы уже выступаете в роли наставника. Люди делают то же самое, увеличивается товарооборот, и ваш доход примерно 10-15 тысяч на этом уровне. Двигаемся дальше. И здесь на этом слайде у меня уже, конечно же, не получились люди, но я посчитала каждого человека, то есть если он приглашает по 2 активных, то в сумме получается 346 500 рублей товарооборот.
и ваш доход 40 тысяч рублей. Ребята, вы делаете то же самое. Вы просто моетесь сами и помогаете своим знакомым тоже приобретать хорошую продукцию. Ничего сложного, да, на первый взгляд. Но для того, чтобы найти двух активных партнеров, может быть, придется постараться, потому что не все люди, которые приходят, они активные. И, может быть, придется поискать много людей, перебрать, прежде чем вы встретите активного, классного партнера, мужчину или женщину. Тот, кто захочет зарабатывать, поймет эту бизнес-систему и будет просто ее делать. И вот такая табличка, чтобы визуально закрепить результаты. Смотрите, объемная скидка начинает выплачиваться с 3%. То есть 3% – это товарооборот 6 тысяч рублей. И до 6%, то есть до 13 500. Зарплата маленькая – 200 рублей. Следующий уровень – 6%, уже 600 рублей. Следующий уровень – 9%. Вы видите, товарооборот растет и растут циферки. От 2000, от 4, от 8. И вот примерный доход 20, от 22 до 30 тысяч вот на этом уровне. То есть нужно организовать товарооборот 200 тысяч, и ваш доход составит уже более 20 тысяч рублей за 3 недели работы. Это понятно? Поставьте плюсики в чате. То есть команда растет, товарооборот увеличивается, и вы переходите с 1% на другой. Все считает система. То есть наша бухгалтерия считает все до копеечки, и вам выплачивают денежки на ваш счет. То есть пока ИП нет, он будет просто на вашем счету в личном кабинете скапливаться сумма. Как ИП откроете, уже получаете деньги наличкой. Так, двигаемся дальше. Как быстро строить карьеру? Ну вот как и на том слайде, вы поняли, что нужно строить две веточки. И смотрите, ребят, если человек, которого вы пригласили, выйдет на доход примерно 30 тысяч рублей, то есть две вот такие веточки директорские, то вы получаете два дохода, которые приравниваются к сдаче однокомнатной квартиры вот в центре города примерно. То есть если вот сравнивать, то это параллель такую провести, то все равно, что купить квартиру однокомнатную. Сейчас вот представьте, сколько у вас жилье стоит в вашем городе, и сдавать в аренду квартиру. То есть это пассивный доход все-таки, да, сдача квартир в аренду. У нас тоже получается пассивный доход. Вы выращиваете одну ветку, она самостоятельно дальше начинает развиваться все больше и больше, а вы получаете пассивный доход от 500 долларов, минимум от 500 долларов. И вам уже не нужно с этим человеком работать. Он сам самостоятельно работает со своими командами. А вы уже можете брать третьего человека, четвертого, пятого. Таким образом, чем больше в вашей команде директоров, тем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице. И вот я вам пример дохода показала. Это справка за ноябрь месяц. За 3 недели работают. Мой доход составил за 3 недели 48 544 тысячи рублей. Ребят, и еще примерно 5 тысяч осталось на товарном поле. То есть вместе побольше получается. И за месяц можете посчитать за 4 недели, то есть это еще доход больше 60 тысяч. Это немного, но это уже дает возможность брать и кредит, и ипотеку, и жить уже более-менее нормальной жизнью. Самое главное, ребята, не ходить на работу. И есть перспектива дальнейшего роста. Вот она, перспектива. То есть перед вами лестница успеха, и вы можете наметить свою цель. То есть ваша цель может быть 3000 долларов, 4, 6, 8, 10 или выше, 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 до миллиона долларов. То есть вы намечаете свою цель. Первое, что мы делаем, наша задача научить вас выйти на доход уровня директора, то есть 1000 долларов. Получается у вас это дело, значит, вы сможете научить других людей. И дальше вы будете продвигаться вверх за счет того, что ваши друзья, то есть участники вашей команды, будут выходить на новые уровни. То есть, помогая другим, вы помогаете себе. Вот такое золотое правило работы в нашем проекте. И дополнительные бонусы. Это бизнес передается по наследству. То есть все, что мы с вами будем создавать, ребята, оно никуда не пропадет. Это ваше. Вы отдадите детям, внукам. Особенно если у вас есть дети, вы четко понимаете, что хочется что-то оставить. Я по специальности бухгалтер, то есть у меня экономическое высшее образование. И я просто прекрасно понимаю, что если бы я всю жизнь даже проработала главным бухгалтером в «Газпроме»,
то никаких гарантий нет, во-первых, что я бы всю жизнь там продержалась, во-вторых, что это, если со мной бы что-то случилось, то это место перешло бы по наследству моим детям, да, то есть это, ну, это смешно просто. Этот же бизнес за вами закрепляется, по наследству вы его передаете своим детям, внукам, прапраправнукам. Путешествия, ребята, бесплатно за счет компании. Кто вот мечтает объехать весь мир и при этом не потратить ни копейки денег? Ну или если и потратить, то минимум. А сейчас сказали, что путевки в Европу вырастут примерно на 80%. Представляете, из-за роста долларов, евро на 80% вырастут путевки. Если стоило в Париж слетать примерно 70-80 тысяч на одного человека, то представьте, сколько сейчас это будет стоить. По 200 тысяч, да? Вообще кошмар. Тоже люди перестанут вообще путешествовать. То есть, да, будет уже ограничение. Компания вывозит людей с уровня... У нас уже с уровня менеджера мы вот поедем в Египет в октябре. С уровня, когда у вас два директора в команде, вы становитесь золотым директором. Вы уже ездите за границу. То есть в этом году была поездка по трем странам. Это Испания, Италия, Франция. На лайнере. То есть это был гигантский лайнер. В Ютубе есть информация. Можете вести золотая конференция Oriflame 2014. Это просто обалденное что-то. Невероятное. Да, вот в Швецию я летала с компанией Oriflame как раз на конференцию. Ребят, это здорово. Самое главное, что такого отдыха вы сами себе никогда не организуете. Там вот продумано все до мелочей. Все просто. И отдых, и обучение, и гала-ужин в самом роскошном месте. Все очень шикарно. Я, кстати, могу сказать, что в Швеции перед нами выступала группа Roxette, то есть был шикарный концерт, хотя эта группа на корпоративах не выступает. Почему Никите нужно в Швецию? Что вас там ждет? Итак, ребята, признание. Признание – это вас напечатают в журнале, а вас будут, вами будет гордиться филиал. Это поздравление на нескольких сценах, то есть сначала на большой мотивационной встрече в вашем городе, где вы живете. Директорская встреча, поздравления на банкете директоров. Представляете, около 6 тысяч участников банкета аплодируют. Вы будете стоять на сцене и получать просто море признаний и позитива. Ну и, конечно же, как говорится, с кем поведешься, от того и забеременеешь. Поэтому давно уже доказано, что если вы общаетесь с позитивными, успешными людьми, то вы постепенно тоже становитесь все более и более успешным человеком. То есть это законы природы. И у меня к вам такой вопрос, ребят, в принципе, вот я все рассказала, мне кажется, вот самую суть, самая, как бы для начала информация, чтобы понять, что, зачем и с чем едят. Что вы вот поняли, может быть, вопросы остались, пишите в чате. А кто уже принял решение попробовать свои силы в проекте? Как вы думаете, как изменится ваша жизнь, если у вас получится? Что и поменяется в вашей жизни? Вот просто помечтайте хотя бы вот уровень директора. Все-таки это быстрый, реальный доход. За полгода можно на этот доход выйти. Просто помечтайте вот к тому, что у вас сейчас есть. Что вы измените в своей жизни? Какие приобретения, может быть, да? Ой, бывают люди пишут, я себе этот... как говорится, да, кредиты погашу, долги по коммуналке оплачу. Есть и такое. Ваня гелик купит. Класс. Изменится к лучшему. Однозначно, ребят, жизнь поменяется. И знаете, вот мне очень понравилось, я недавно была на тренинге, проводила одна девушка успешная, такая тренер, Эльвира Карибаева, она сказала, когда вы ставите перед собой цель, задайте себе несколько вопросов. Я вот запомнила два вопроса. Первый вопрос. Если я вот это поставила перед собой цель, но делать не буду, что произойдет? Вот я хочу стать директором, но делать ничего не буду. Что произойдет? И второй вопрос. А если я это сделаю, что произойдет? И знаете, вот такая мотивация появляется сделать. Вот мне очень понравилось, что касаемо здоровья. Ну, люди все хотят заниматься здоровым образом жизни. То есть это здоровое питание, спорт и так далее. Так вот, и человек ставит перед собой цель. Ходить в спортзал 2-3 раза в неделю, а потом...
ходит-ходит недели 2-3, а потом скисает, и то одно закололо, то другое заболело, и потихонечку бросает. А когда ты начинаешь понимать, что если я не брошу и буду ходить, то к лету у меня будут такие мышцы, у меня будет такая фигура, что все девчонки на пляже просто полягут. И вот это мотивирует. То есть думайте о том, как изменится, что поменяется в вашей жизни к лучшему, что вы сможете позволить для себя, для своей семьи, деткам своим, вы знаете, родителям. Что вы сделаете для своих родителей? Я когда стала директором, первое, что я сделала, сначала квартиру купила, потому что жить было негде, потом уже чуть-чуть обжились, следующий мой шаг был, я сделала ремонт у родителей, то есть мы им провели газ, поменяли все оборудование, сделали ванную, туалет в доме, они у меня в деревне всю жизнь прожили, вот, до 60 лет и всю жизнь на улице. Мы им все сделали, выложили кафелем, такую красоту навели. Вот это вот здорово, знаете, я этим тоже горжусь, потому что если бы не этот проект, я бы не то что родителям бы ничего не сделала, я бы так и жила на съемных квартирах до сих пор. И, может быть, и море не увидела. Ребят, ну самый главный вопрос, а вы действительно хотите, чтобы у вас получилось? Вот прям сильно-сильно. И если вот от ваш ответ «да», то действуйте. Просто делайте, идите к успеху, задавайте вопросы, будьте амбициозны, ни в коем случае нельзя стесняться. Как говорится, глупых вопросов нет, есть вопросы, которые не задали. И что нужно делать? Если вы... У нас есть, кстати, люди, кто еще не в проекте, поставьте единичку в чате. Просто гости, я вначале обычно спрашиваю, что-то забыла. Единичку поставьте, если вы просто гости, еще думаете, надо идти, не надо. Кредиты, ремонт. Ой, ребят, да это так здорово. Есть, да, Иван Рендук, отлично. Никита уже начал учиться. Ребят, вот я вам рекомендую, попробуйте. Потому что, знаете, как говорится, пока не съешь там эту конфетку, ты не узнаешь, вкусная она или нет. По фантику не определишь. Погрузитесь в этот проект, обучитесь, начните делать. Не понравится, держать никто не будет. Понравится, ребят, я уверена, что понравится. Знаете, как говорят, за уши не оттянешь. Я когда вот эту всю систему поняла, честно, спать жалко. Кажется, блин, время так утекает быстро. Где раньше были люди? Почему мне раньше не рассказали, что здесь такие перспективы? Ну, как говорится, всему свое время. Ребята, идите к успеху, идите легко и с радостью. Это вот такой бизнес, который надо делать не напрягаясь, а просто делать его от души, с удовольствием, и будет все получаться. А если что-то не получается, у вас будут наставники, которые заинтересованы, чтобы у вас получилось, и они будут помогать. Самое главное, спросите, потому что у нас экстрасенсов пока нет в проекте, которые определяют, кто там стесняется и какой у вас есть вопрос. Просто спрашивайте. И, конечно же, помогут с удовольствием. Будьте ежедневно на связи. Если вдруг уезжаете куда-то или что-то случилось, сообщите наставнику, он же за вас переживает. У нас тут были случаи, там девчонки в больницу с детишками попали. Мы переживали тут, в скайпе нет, в социальных сетях нет, где искать, что случилось. А живем-то все далеко друг от друга, да, кто-то в другой стране, поэтому не сбегаешь, не проверишь, что там, как дела. Поэтому, ребят, просто будьте, как говорится, относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Мы одна команда, и, в общем-то, зачастую становимся такими людьми, очень близкими, друзьями, сродняемся, особенно с кем встречаемся на банкетах, выезжаем на мероприятия. Конечно, это самые, наверное, шикарные встречи. Вот, я вам желаю всем успехов. Добро пожаловать в нашу команду, дружную, активную, перспективную. Верьте в себя, верьте в успех и просто действуйте. Все получится, все придет в свое время. Я вам сейчас кину ролик, у меня почему-то не получилось его загрузить. Это я записала видео, как нам начисляют зарплату, то есть что это официально идет начисление, приходит справка бухгалтерская, потом в личном кабинете мы смотрим эти деньги, переводим их на карточку и пользуемся. То есть настолько сейчас удобно, что даже в банк за деньгами ходить не нужно. Вот просто видео посмотрите. Вот, и такой вопрос, вот Иван поставил, что он не знает, то есть первый раз. Иван, вы знаете, кто вас пригласил? Как вы к нам попали на презентацию? Есть тот человек, который вас пригласил? Напишите в чате, потому что если есть, то хорошо, если нет, то
поможем найтись, чтобы вы не потерялись и попали именно в нашу команду. Есть, отлично. Все, ребят, тогда я вам желаю всем доброго вечера, приятного аппетита, кто еще не кушал, и сладких снов. До встречи завтра утром в 10 на планерке. Пока-пока!